Государственное бюджетное учреждение «Севастопольский автодор» начал готовиться к зиме. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» предприятие заготовило 1000 тонн технической соли и 200 тонн пескосоляной смеси. Дополнительно планируется поставка 9000 тонн песка и соли. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя. По словам директора «Севавтодора» Николая Калягина, для зимнего содержания дорог подготовлено 30 единиц дорожно-строительной техники. Половина из них – комбинированные дорожные машины, а также 4 самосвала с отвалами, 2 КАМАЗа со щетками, 3 автогрейдера и 6 погрузчиков. Также отмечается, что для обеспечения безопасности дорожного движения зимой сотрудники «Севавтодора» осмотрят дороги, мосты, путепроводы и трубы. Специалисты обещают заранее согласовать маршруты очередности и сроки расчистки дорог от снега, а также обработки их противогололедными материалами. Планируется проверить готовность диспетчерской службы и аварийных бригад по ликвидации возможных аварийных и чрезвычайных ситуаций.